Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре приманка от производителя Duel, называется она Fintail Vibe в 55-м размере, серия Hardcore. Данная приманка тонущая, заглубление указано до 2,2 метров, но я думаю, что у такой приманки, как VIP, никакого заглубления в принципе быть не может. При желании можно опустить данную приманку на 10 метров, но глубже использовать ее нецелесообразно, особенно в тех местах, если есть течение, она просто не сможет достигнуть дна. Ну и вес 10,5 грамм. Упаковка довольно качественная, большое количество информации, это присуще японским производителям, много сказано, что Япония, 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 но суть в том, что материалы из Японии, а приманка сделана все равно на Филиппинах. Есть информация по расцветкам в таких красивых иероглифах. Сказано, что максимальная дистанция заброса на 50 метров, если вы будете использовать данную приманку в заброс, что тоже имеет место быть. Летом в летних рыбалках отлично будет себя показывать и на простой равномерной проводки. Теперь понять бы, как открыть данную упаковку. Как обычно у производителя Yuzuri, Duel, приманки очень качественно закреплены для того, чтобы во время транспортировки никак не болтыхаться. И чтобы извлечь, придется разобрать сейчас всю упаковку. Да, стандартная, но при этом очень даже качественно упакованная. Немного времени, и приманка на свободе. Видим, что крючки здесь стоят морской серии, значит, что создавался он для рыбалки на море. То отлично подойдет тем, кто живет возле моря, актуально покупать для ловли морских обитателей. Но в моих условиях данный VIP прекрасно подойдет для ловли окуня и судака. Раз уж мы заговорили про тройнички, они из светлого металла, небольшие, но если смотреть на размер данной приманки, то они максимального размера, который можно себе представить. Они подобраны так, чтобы друг другу не мешать. То есть это максимально большие тройники, которые вы можете использовать с данным VIP. Они очень хорошо заточены, идут из тонкой проволоки, присутствуют на жалах бородки. Стоят они на небольших заводных колечках, очень плотных, качественных, никаких отверстий в данной приманке я не вижу. Сделано все, на первый взгляд, очень качественно. Классная голографическая расцветка, переливается как и синевой, и присутствуют зеленые оттенки и желтые. Ну, то есть, это такая расцветка хамелеон, которая во время проводки будет переливаться различными цветами. Плюс, также здесь присутствуют и поперечные полоски, и такая посередине светоотражающая боковая линия. Ну, то есть, все сделано для того, чтобы приманить хищника. На сайте есть выбор из 14 цветов. Цвета довольно разнообразные, есть большое количество выбора по белым цветам, но большинство из них похожи на морских рыбешек, что актуально, опять-таки, для морской ловли. Напоминает небольшую рыбку, присутствует у нее верхний плавник, интересный пластиковый хвостик, который будет во время равномерной проводки, опять-таки, создавать свою собственную игру, плюс в своих шарнирных соединениях будет создавать также немного шума. Крепится он через крепежную петельку, через заводное колечко, хвостик идет из прозрачного пластика. Детализированные приманки голова, жаберная крышка присутствует и сверхинтересный глаз. Здесь он идет в 3D в таком стиле, идет голографическая точка в черном зрачке и опять-таки радужка тоже голографическая, ну то есть сверх необычная приманка. Можно использовать как для подледной рыбалки в поиске щуки, окуня и судака. Ну и также летом в заброс можно ловить окуня, щуку и того же судака. Прекрасно себя покажет на простой равномерной проводке, где будет создавать основную игру своей вибрации. Отлично будет работать на подмотках с небольшими паузами, где приманку можно опускать на дно. Можно также работать просто равномерной проводкой. Есть данные VIP у меня в более крупном размере, отлично себя показывают. Теперь есть и небольшая моделька. На этом обзор Fintail Vibe от производителя Duel подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!